сумел бы выручить свою команду Егор Егоров. Но мы вот цифры провели. И момент, и гол! Гол в меньшинстве для москвичей. Прошивает кистевым броском. Ну вот, то Буруянов, наверное, это был 14 номер, да. Пустые ворота, вот, вот, здесь, вот он риск команды гостей. И сразу обратите внимание, пустые ворота, и вот он шанс для москвичей. Шайба, где шайба в воротах? 4-2. Рискнули, но риск не оправдал себя. Но, тем не менее, все равно, скажем так, мои аплодисменты тренерскому штабу гостей. Ну, потому что, ну что, действительно, было там тянуть, искать варианты. Попробовали, имея плюс двух полевых на льду. Ну, меньше 10 метров, назовем это так, до ворот, которые сегодня защищает Егор Егоров. Что у нас? Ух ты! Ну, пятая шайба! Что? Хет-трик! Так надо забрать шайбу. Бенефис Буруянова.